Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками из простой пластиковой бутылки в виде медвежонка очень нужную самоделку. Сейчас бутылка заполнена белым медом. Каждый день по чайной ложке мед буду съедать и потихоньку бутылку опустошу. Каждый раз забор из бутылки меда – это один день. Мед закончился, бутылочку я вымыл и высушил. Для дальнейшего изготовления самоделки понадобится гравер. Я на него установлю небольшое сверло. В крышке у бутылки насверлю множество отверстий. Все заусенцы вытряхну. В горлышко бутылки вставлю воронку. Засыплю поваренную соль. Крышку на горлышко закручу. Как вы уже догадались, получилась солонка. Посолю кусочек хлеба. Эта самодельная солонка очень уникальная и красивая. В магазине такую не купишь. А сделать ее не составляет никакого труда. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.